Всем привет! Вы на канале Бункер Фолоча, с вами, как обычно, Павел, а сегодня мы с вами продолжим проходить и ремейк Silent Hill 2 того самого 2003 года выпуска оригинальной игры. В общем, старенький Silent Hill, ну игрушка вообще охрененная, просто супер игра, ремейк прям огонь. Во-первых, он жуткий. Местами, он криповый местами. Здесь хоть и дают иногда пострелять, но это пострелять, оно в шутан не превращается вообще, слово совсем. Загадки здесь прикольные. Короче, вообще игрушка, кто не играл, пробуйте, играйте, вообще прям супер. От ремейк, от оригинала отличается ремейк достаточно сильно. Плюс, насколько я знаю, он более продолжительный будет. Отличия я уже находил, да, есть такое. В общем, как-то так, давайте продолжать. Напомню сразу, что появилась площадка ВК-видео и ВК-сообщество. Ребятушки, подписывайтесь и туда, не забывайте. А также добавляйтесь в друзья в Стиме, профиль и ссылка в описании. Так что всех вас жду, вот, буду всем рад. Давайте на весь экран. Весь экран у нас пошел, все хорошо, все отлично. Свернулась игра, развернулась и обратно вернулась. Как это произошло и что и произошло, я не понял. Так, ладно. Здесь у меня все идет, здесь у меня все хорошо. Я проверил, просто запись идет, не идет. В прошлый раз мы остановились на том, что мы попали в другой мир, в больнице Брукхевен. Давайте изучать. Так, где я вообще нахожусь? Здесь какая-то яма. В раздевалке. Ёж, ты шумишь. Сюда закрыто. Ладно. У меня путь только один. Погнали изучать все здесь. Блин, я вот в этом мире вообще бегать не хочу. Так, лифт есть. Хорошо, здесь что? Тоже закрыто. А здесь, в принципе, никуда, кроме лифта, нету. Да, кроме лифта, никуда вообще нету входа-выхода, я понял. Ладно, поехали на лифте. Куда мы можем поехать? Вниз мы... Нет... А, нам нужна кнопка для того, чтобы в подвал вернуться. Поехали на второй этаж. Вариантов других нету, поехали на второй этаж. Ну а что делать? Фига у него, смотри, это на куртке кровь прям... На плечах у Джеймса. Прям в крови весь. Так, здрасте, я приехал. Так, давай проверим. Естественно. Так. А, мы приехали на том лифте, который в реальном мире типа не работал. Ага. Ладно, второй этаж, здорово. С охраняшечком, между прочим. И что-то еще. Что это такое? Что это? Ёшкин кот! Коробочку как классно закрыли. А, два кодовых замка. Четыре. И здесь тоже фиг его знает. Ну, скорее всего, тоже четыре. И плюс еще забитое. Охренеть. Вот это нормально. А, так тут еще один замок какой-то. Нет, а, здесь нужен ключ и два кода. Обосраться. Вот это же реально кто-то не хотел, чтобы в эту коробочку кто-то проник. Но мы найдем. Мы все пароли найдем, мы все ключи найдем, мы все обыщем здесь. Вот там. Даже в таком страшном потустороннем мире. Фига тут такое ощущение, что кожей все затянуто. Хотя это не кожей, но мне кажется, это чем-то... Какой-то тканью такой, это, знаешь, типа там резиной какой-то затянуто. А может и кожей, действительно. Или таким полиэтиленом, знаешь, противным таким. Да, блин, это разбил. Так, это патроны для пистолета. Кстати, сколько у меня патронов для пистолета? Маловато здесь. О, кстати, нифига у меня патронов для дробовика, кстати, оказывается, до хрена. Но я его пока экономлю, дробовик. Так. Кто? Так,
вижу медсестру одну. Здесь, походу, тоже где-то. Да, ходит. Черная медсестра, смотри, с ножом. Так, ладно, по патронам вроде плюс-минус то же самое. Ты что, все? Она ни хрена с ножом побежала. Блин, папа. Блин, вот эти криповые вообще медсестры пошли-то вообще пипец. Они черные какие, с какими-то хреновинами, вон, смотри, вставленными. Вот это жесть. Я вообще где? А, я в сестринской комнате, между прочим. Так, вот здесь вот тупиковая. Да я же наш... Да блин, бей ты! Ну-ка иди сюда. Так, ладно. Ладно, добил. О, вот это нифига себе неожиданно. О, нормально. Нифига себе, 2 метра пройти не дают, а? Собаки, а? Так, ладно. Из-за шкафа вышла. Нифига она. Вышла из-за шкафа. Так, это мое. Это мое, здесь что? Это тоже мое. А тут можно было их не убивать, походу. Здесь можно было просто от них побегать. В принципе. Но я как бы зачищаю, мне патронов, в принципе, хватает. Так что почему бы и нет. Так, это я куда смотрю? Это я женская раздевалка. Ой, фу-фу-фу. Ой, фу-фу-фу, что происходит в туалете. Так, ладно, поползли в женскую раздевалку. Посмотрим, что здесь интересного. А здесь пока в принципе закрыто. Шприц. У меня уже 11 шприцов. Ни хрена я накопил. Здесь, кстати, дробовик был в женской раздевалке, между прочим, в нормальном мире. Так, соберем. Так, ну это срезик. Так, ладно, по кругу немножко прошел. Так, что у нас здесь? Здесь у нас закрыто, нам на лестницу только дают путь. И все, по факту. Так, здесь же закрыто, да? Здесь закрыто. Ладно, пошли на лестницу, заодно вот этот, может, срезик сейчас откроем. По-моему, здесь тоже ходила медсестра. А фиг-то там нету среза. Так. Опачки. Хренашеньки. Ладно, пошли на третий. Блин, что-то реально вот этот вот мир прям криповый-криповый. Ну хоть третий этаж открыт. Вот это жесть, что здесь происходит. А, это рентген-кабин. О, нифига, тут все переделано полностью. Ах, как мы танцевали, движение рук, синхронность тел, игра музыка, играла музыка, но в каждом танце наступает момент, когда надо провести, повести. Музыка становилась все громче и громче, гремела, продирала до костей, а затем тишина. Цепи, ни хрена ж себе, в голове цепи, на шее цепи, везде цепи, снимки. Манекен. Там кто-то есть, я понял. Сначала вот этого смотрим, это что такое? Молоточек, тупое орудие. Хорошо, спасибо. Где-то можно будет его использовать. На тебе? Как? А,
из пули. А. А, нужен еще один предмет. Прикольно. Так, ладно, надо еще один какой-то предмет. Что-то какая-то здесь вообще жесть пошла. Просто жесть какая-то. Я такого вообще в оригинале не помню. По-моему, такого в оригинале не было. Я слышу, здесь кто-то есть. Стоит. Да блин, я хотел в голову. Да, хорошо. О, подожди, ты кто? Блин, иди сюда, ну-ка. А хрен тебе. Уж с тобой-то я справлюсь. Блин, я забыл, что ты в этом мире ты так сделаешь. Засранец ты такой, а. Он меня, прикинь, гадостью своей это. Блин, они реально здесь в этом мире совершенно другие монстры, по-другому выглядят. Видимо, надо подцепить ее. Я подозреваю. Цепь нас выведет куда-то. Куда-то еще. И вообще где? В D1, получается, мне надо. Через D2, получается, я пройду, я помню. Хорошо, здесь открыто. Естественно, закрыто. Так, ты лежи. Вот, туда мне надо, судя по всему. Короче, здесь и манекены могут быть, и медсестры, тут все. Ой-ой-ой! Идет она. Погоди сюда. Ну-ка, давай. Да блин, я ж тебя ударил. Блин, я же ее ударил. У меня напитков уже не осталось. Скоро придется этими шприцами лечиться. Я не хочу шприцами. Я не хочу шприцами лечиться. Так, подожди. О, стоит. Да ты серьезно? Да ты издеваешься. Так еще как насекомое чирикает, так противно так. Офигеть. Три патрона потратил, или сколько там? Один только собрал. Это нечестно. Это, ребята, ни хрена нечестно. О, лестница. Я чисто посмотреть, куда я приду. Здесь вообще тупик, по идее. Лечилка. Ну хотя бы лечилка. Хотя бы две лечилочки уже хорошо. Я не хочу шприцами лечиться, ну серьезно. Я их так долго копил. Я так долго шприцы эти копил, ну серьезно. Да давай. Да бей ты. Да еще. Опа. Молодец. Поехали. Так, здесь же врагов, по идее, не должно. Здесь как бы закрытая зона, здесь по идее не должно быть. Здесь загадка, скорее всего. Срезик. Ладно, срезик есть. Блин, цепь вниз идет. Придется сейчас вниз лезть. Ладно, поехали вниз. Ну а что делать? Придется вниз. Мы это на третьем этаже были, сейчас мы на второй, получается, спускаемся, прав? Блин, вниз посмотреть нельзя. Ага, вижу, одна бегает. Манекенша, ладно. Я где? Я в кухне. Я в кухне. Я не знаю, куда мне идти лучше. Так, для пистолета. Вот здесь где-то кто-то есть.
Ага, ходит. А фиг-то там. Ну-ка назад. Да блин! Так. Давай ты умрешь. Так, хорошо. Где этот ползающий гад? Да ты серьезно? Так, все. Так, ладно. Этих двоих обезвредили, уже хорошо. Вот это же ни хрена, он там ползает со всех сторон. Туда-сюда. Так, ладно. Реально игруха криповая вот в этом мире потустороннем становится. Очень. Здесь еще графика такая классная. Мать здорова. Патронов, в принципе, к пистолету дают достаточно. Ха, здорово. Хотя у меня уже он кончаться начинает. Хотя нет, не кончается. Постепенно насобираю. Главное здесь внимательно смотреть эти манекены. Манекены засранцы, на них радио не реагирует. Это очень печально. Они тут, блин, с обстановкой вообще сливаются. Потрошки дают. Меня вот это очень радует. Опа. Здорово. Ну давай, давай, последний удар эти так. Опа! Нормально. Ладно, на манекенах можно чуть-чуть поэкономить, если один на один выходим на них. Если их замечаем, можно два патрона захреначить и потом один раз ударить дубинкой. Этого, в принципе, достаточно. Для манекена. Вот там вот кто-то есть. Но я пока никого не вижу. Так, здесь закрыто, хорошо, давай посмотрим. О! Во! Оборудование нашел. Крючок блаженства. А, это для лоботомии, ни хрена себе. Так, это я, получается, к кладовой, и там еще туалеты надо проверить. Сейчас мы там все проверим. Здесь одна была манекенша, я помню. Нет, это не то. Блин, пусто. Фу, какая гадость тут со всех сторон. Здесь я видел одна манекенша, туда он убегал куда-то далеко. Здесь надо просто все обыскать, потому что здесь и потрошки есть. Да блин, что ты? Что ты меня паникуешь? А, вот, стоит, смотри. Думает, она, я ее не вижу. Ну, иди сюда. Опа. Да блин. Опа. О, нормально. Один патрон, получается, зазря. Так, ладно, здесь ничего нет. Ладно, ее обезвредили, хорошо. Так, где я? Два туалета осталось и лестница еще здесь, возможно, открыта. Пошли посмотрим. Закрыто. Но там, по-моему, что-то... Да, там патроны лежат. Значит, туда попасть можно. Нет, лестница закрыта. В лестницу... Так, сюда пролезть, по-моему, можно. А, сюда пройти, в принципе, можно. Но там кто-то есть, по-любому. Я, по-моему, кого-то слышал.
Вот по-любому здесь вот сейчас кто-то будет, да? Здрасте! Блин, 7 патронов на нее ушло. А, нет, здесь никого нет. Фу, какая гадость. Фу, какая гадость. Она из кабинки, короче, вышла. Так, спасибо за патрушки. Патрушки и... Опа! Шприц! Вообще спасибо. 12 шприцов. Я и шприцы и все это коллекционирую, коллекционирую. У меня коллекция все больше и больше. Так, еще патрушки. А, для дробовика уже. Я постепенно то для дробовика, то еще для чего-нибудь нахожу. Так, здесь я обошел все. Я прав? Да, я здесь прав. Я здесь полностью все обошел, поехали наверх. Все обошел, всех зачистил, все обобрал, все, что было, можно наверх возвращаться. Лоботомию пошли манекену делать. Прикинь, а в реальном мире это оказывается какой-нибудь там чувак сидел. Прикольно. Вот это жесть. Блин, я тебя видел. Я видел, что ты двигался. Да нафиг на это, я не пойду. Хе-хе, не пойду, у меня тут срезик есть. А, это трупачки двигаются, когда я к ним подхожу. Не факт, что они живые. Да, он лишь двигается. Так, здорово, давай лоботомию делать. Хорош. На нафиг. На еще раз. И что в итоге мне достать? А, ключ. Ключ с лазуритовым глазом. Так, вопрос, а куда мне? А что у меня здесь было такое закрыто, чтобы... Так, это подвал. Это третий Брукхевен. Подожди. Я на третьем этаже, я поднялся по лестнице. Я могу вниз спуститься. А, так у меня там еще на втором этаже вон все открыто есть. Пошли спускаться. Пошли по лестнице спускаться. Здесь вроде как все зачищено. Никого не должно, по идее, быть. Хотя кто его знает. По-моему, там кто-то чирикает все-таки. Так, вот я на лифте здесь приехал. Подожди, по-моему, вот эта дверь была закрыта. Блин, тут все меняется нахрен. Так, давай сохранимся. А, ключ, наверное, это от вот этой хреновины. Хорошо, я понял. Я нашел ключ. Я нашел ключ, надо еще два кода найти. Каких-то. Как-то, где-то. Так, ладно. Ключ. Да, ключ есть. Ключ открылся. Хорошо, одну цепь открыли. Вторую еще надо теперь открыть. А, подожди, так вот по цепями можно было ходить-то. Ёшкин кот, точно, смотри. Одна цепь, вторая цепь. То есть одна у нас туда уходит, а другая сюда уходит. Ну, поехали по пути. Ну, в смысле, как, по очереди. Кого-то слышу. Блин, здесь крипово ходить вообще. Серьезно. Надо еще высматривать эти ноги манекенов. Ко всему прочему. Так, это кабинет директора там. Фига, ветерок. Так, цепка сюда идет. Есть кто? Пока никого не вижу. Вот по-любому сейчас выйдет. А, здесь закрыто. А, здесь в принципе ничего нет. Ну все хорошо. Я уже думал, закрыто. Так, тебя можно как-то двигать? А, тебя можно забраться. Подожди, подожди, подожди. Ну слезь. Да Джеймс, ёпта, слезь. А, спрыгнуть нажмите. Ну давай спрыгнем. Ну-ка.
Нифига, он в обратку не прыгает. Ха, прикольно. То есть, если залез, у тебя уже вариантов нету. Немножко в спину ей пострелял. Зазря, наверное, скорее всего. Патроны потратил. Да, здесь никого. Здесь никого. Блин, манекены ходят. Она где-то вот здесь спряталась. Ладно, давай Блин, я уж думал, кто-то стоит. Придерживаться, короче, это правой руки. Тем более чеку. Блин, кто-то же не дышит мне в ухо. Кто там бегает? Кто-то пробежал. Да. Так, ладно, давай сначала здесь зачистим все. Короче, манекен ушла туда, я понял. Блин, да кто там шебуршит везде? Манекенша ушла сюда. Найти бы ее теперь. Чтобы она из-за угла на меня не напала. Да блин. Что здесь столько развилок-то? Подожди, подожди. Так, я вот в тупичке пока что стою. Так, угу. Я предлагаю тогда пойти сначала. А тут ни хрена ж себе, тут что-то как-то много. Давай в М4 пойдем, а потом в М5. Оттуда, если выход есть, да ёлы-палы, если оттуда выход есть, то там вообще пипец как много. Или сначала сходить по прямой до тупичка, где мужская раздевалка. И оттуда, да, давай, наверное, сначала по прямой сходим. Вот здесь вот так вот пройдем. Давай. Опа. Ага, здесь никого. Здесь как бы никого. Опа. Это, походу, еще одна загадка. Фу, с каким звуком, бляха-муха. Так, это часовая. Надо еще минутную и, видимо, секундную, как уже было. Уже подобное было, кстати говоря. Уже разработчики повторяются что-то. Так, где у нас наш манекен? Так, здесь, естественно, закрыто, да? Там кто-то дышит. Меня вот эти манекены напрягают, то, что они ходят в разные стороны. Они могут переходить с места на место. Они в одном месте не стоят. Меня вот это очень сильно напрягает. Так, здорово. Так, это что такое? Прочитать. Скоро станет темно. Watch it go dark. Идет тьма, типа. Так. А, здесь надо время смотреть. Здесь таблетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть таблеток. Ну тут семь, как бы, время показывает. Семь часов. Ладно, давай сюда сгоню. Здесь что такое? А, за мной наблюдают уже год. Скоро мне... Сколько мне скормили таблеток? Когда приходит час грохота, я содрогаюсь, когда меркнет свет. Ага. А, это пароль, что ли? То есть 6 таблеток. Подожди. За мной наблюдают уже год. Сколько мне скормили таблеток? 6 таблеток. Когда приходит час грохота, это 7. Я содрогаюсь, когда меркнет свет. 6, 7. И еще какая-то цифра. А, мне нужно свет, что ли, выключить как-то? Я правильно понимаю?
Так, подожди. Ну, 7, да. Так, подожди. Но здесь что-то надо сделать. 6-7. Ладно, пошли обыщем здесь все дальше. Манекена и эту медсестру надо ушатать. Они здесь еще ходят. Я уже, блин, все со всех сторон обыскиваю. Пытаюсь заглянуть. Кстати, дождь идет. Это манекен дурацкий. Блин, пусто. Ага, здесь что-то из оригинала было. Судя по всему. Так, подожди, где я? Я в М5. А, мне еще из М5 можно выйти вот сюда, в коридорчик. Пошли посмотрим. Ну здесь ходила это вот как его, манекенша. Ой, не манекенша, а это как его называют. А, это срезик я открыл. Это я открыл срез. Короче, я что-то потерял медсестру одну и манекеншу. Это что-то мне напрягает. Так, когда гаснет свет? Фиг-то там. Подожди, а вот это что такое? А, это дозатор какой-то. Давай еще раз сунусь. Может быть, на 6 нужно перевести стрелку? Мне просто пока непонятно. Так, пошли туда еще раз сходим. К часам. Так, манекен. Манекена не вижу. Медсестра тоже куда-то ушла, манекен куда-то ушел. Все ушли. Ни одного здесь бросили. Но вот с этим что-то можно все-таки... А, его можно вертеть, серьезно? Блин! Да блин! Ай! Хорошо. Блин, столько патронов на них потратил. Так, подожди. Здесь открылось. Кто-то есть. Либо это долбанная манекенша где-то здесь ходит, либо я хрен его знает. Опа! Все. Так, ладно, с этим разгадали, хорошо. То есть в 2, то есть 2-6 у нас. 2-6, хорошо. А здесь уже не смотрится. Да блин, куда ты полез? Здесь посмотреть можно, здесь нельзя.
Значит, сюда надо посмотреть. Так. Вот, скоро станет темно. Так, подожди. Еще раз. За мной наблюдают уже год. Сколько мне скормили таблеток? 6. Когда приходит час грохота? 2. Я содрогаюсь, когда меркнет свет. Может посмотреть, сколько он мигает? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Может, в этом смысл, что двойка тоже? То есть получается... подожди. 6. Когда приходит час грохота, 2. Я содрогаюсь, когда меркнет свет, 2. Может быть, 1, 6, 2, 2. Ну, то есть 4 цифры. 1, 6, 2, 2. Что-то типа того. Ну, может быть. Но пока непонятно. Так, как мне выйти отсюда? Хотя здесь вот, смотри, вопрос до сих пор. То есть здесь что-то сделать надо. 1, 6, 2, 2. Может быть, можно подстрелить что-то как-то там. Нет? Может быть, нужно сюда что-то вставить. Зачем? Здесь вообще ничего не тыкается. Здесь просто 6. Здесь, подожди. Здесь только прочитать могу и все. Применить здесь я ничего не могу. Блин, ну мне непонятно пока что. Так, подожди, еще раз. Могу я еще? Я могу, кстати. Нет, не могу. Теперь уже не могу. Здесь никого. Ладно, пошли еще сюда пройдем. Здесь манекен, может быть, притаится где-нибудь. Да блин, что за загадки-то такие непонятные? Подожди, а вот здесь? А, это закрыто. Ха, вот тихо. Возможно, сюда что-то еще можно принести, я не знаю, ну, такое ощущение. Я бы попробовал, допустим, так, это вот, вот этот кабель, это вот, вот этот, получается, замок. Я бы попробовал... 1, 6, 2. Нифига себе, гениально! Я прав оказался. Вот это мозг. Это прям, это голова называется. Ей надо думать, а не есть. Понимаете, да? Фу, вот это же ни хрена ж себе допер. Так, ладно, сохраняшечка. Я просто думал, ну, 1, 6, 2, 2, как-то, ну, по-моему, это как-то сильно просто. Оказалось, реально, действительно, оно так и есть. Так, хорошо, этот отвалился, теперь вот эта цепка. Это мы сейчас куда пойдем? Это мы пойдем, кстати, где у нас это, Мэри лежала? Не, не Мэри, это Мария. Здесь нельзя. Ну, а сюда можно? Я прям слышу кого-то. Так, сюда нельзя. А почему ты дробовик взял? Эй, алло. Прям дробовик вытащил. Подожди, а здесь что-то все закрыто.
Возможно, сюда что-то прикатить надо будет. О, идет. Здорово, мать. Ну что, блин, у меня одна обойма осталась. Вот это жесть. Так, там я слышу еще кого-то. Ага. О, обычная. А, красиво получилось. Ты живая? Да ладно! Повезло. Хорошо. Но у меня два патрона. Вот это вообще нехорошо. Мне срочно нужен патрон. Пистолет. А что сюда будет? Выходите, дайте мне в туалет тоже сходить. Так, ну хорошо, хотя бы лечилку взял. Я все банки лечилки просрал. Вот все, и патроны тоже все просрал. Все по просиденькам. А, здесь вообще закрыто. Клан. Да кто? Я кого-то слышу, но никого не вижу. Так, ладно. Восстанавливаем постепенно количество патронов. Я здесь кого-то слышу, прям с правой стороны. Хрена себе. Дыренька. А, то есть вот ты мне предлагаешь туда к ним идти, да? Я их прям слышу. Они пока что там заперты, я помню. Да, здесь я ходил. Ну да, нам сюда надо пробираться. Да, хорошо. Есть кто? Ладно, возьмем трубыш. Патронов вроде накопил. Поехали. Кто здесь? Ладно. Ладно, пистолет в обратку. Немножко потратил дробыша. Ага, ну вот, я же говорю, придется двигать ее. Манекенов, давайте без манекенов. Они собаки такие могут притаиться здесь. Так, ладно. Обоймочка есть, все. Все живьем, обойма есть, патроны есть. Лечилка есть. Манекенов пока не видно. Так, ладно, ясно, понятно. Так, толкаем. Сейчас еще в одну комнату полезем. Там пароль доставать будем. Так. О, механики, блин. В игре. Да давай уже. Да просунь ты. Так, где там? Я прям слышу, они там... Так, идет. Минус. Перезарядка. Ага. Нифига вас. Да блин. Там еще кто-то.
Красота! Красота! Вы серьезно, да? Так. Ну хорошо, перебил всех. Я что такое? Ключ. Прочитать. Кабинет директора, хорошо. Что здесь происходит? Никто не знает. Наверное. Вот. Это, кстати, комната, где мы. Мария лежит. Где? Да, действительно, это вот она и есть. Фига себе, дыхание. Так, ладно, подожди, здесь сначала надо все обыскать. Есть что-нибудь? Ищется? Есть. Так, это что такое? Он опять пришел, смотрит, пялится, говорит, что притащит меня силой. Не хочу. В смысле силой? Ты обалдел? Я ему не дамся. Правильно. Не надо даваться. Так, манекены, идите в шубу, если вы здесь есть. Опа, что-то есть. Блин, ничего нет. На самом деле, если здесь научиться драться с этими манекенами, с врагами, то они нифига не сложны. Так, перезарядочка, кстати. У меня один патрон. Красота. Да, сколько я патронов мимо пропустил. Это прям пипец просто какой-то. Так, здесь... А, нет, что-то есть. О, спасибо. 3 патрона, тоже неплохо. Так, ладно, пошли в кабинет директора. Фига здесь дыхание. Здесь реально дыхание. Слушайся. Здесь вот где в реальном мире Мария лежит. Жесть какая. Вообще жесть. Так, ладно. Погнали в кабинет директора. Главное, что я здесь все зачистил, в принципе. Только в кабинете директора может кто-то быть. Но я сомневаюсь. Блин, тут лестница наверх. Да ты издеваешься, серьезно. Я думал, сейчас пароль найду. О, а вот это хорошо. А это нифига себе, директор какой запасный. Так, а это для дробовика. Меня прям насильно пихают патроны для дробовика. Типа, пользуйся ими. Но это мы в реальном мире слушали, я помню. Это чего? А, боль уйдет. Хорошо. Боль уйдет. Хорошо. Вот вам и записка. Вообще очень интересная записка. Обосраться можно. Ладно, погнали наверх. Третий этаж. Кстати, заканчивать пора. Уже время. Времени достаточно много. Ни хрена ж себе. Так, я загадку нашел, походу. Перезарядочка сразу же. Еще шприц. У меня уже 13 шприцов. Так, что здесь? 0.50. Опять был в кабинете СТСТ. Я проверила, в расписании его не было. Как он мог попасть туда самостоятельно? Откуда ему знать, как включать аппарат? Кто-то за это ответит. А, почти, уже скоро, точно. Понятно. Блин. Нам надо включить аппарат. Ёшкин кот, тут кого-то приковать надо. Блин, ну не все. Но еще... А, мы вот на третьем этаже, нифига ж себе. Здесь мы, кстати, бились с этими, с боссом, вот в этой комнате.
В реальном мире. Теперь это какой-то шесть здесь. Здесь закрыто. Пошли сюда. Фига тут все камеры. Раздолбаны так хорошо. Вот и слышу. Ага, вон ходит. Ну это обычный ходит. Ладно, давай обычного так забьем. Назад. Обычного и так можно забить. А вот медсестру, да. Так, медсестра здесь ходила. Здорово, мать. Так, все. Матрошки вообще, в принципе, закончились. Ты еще живая? Да ты нахрен? Ты прикинь, она вообще еще живая была. Обалдеть. Так, где я? Так, ладно, давайте по правой стороне как раз пройдемся здесь. Это, по-моему, ползающий там. А, он уполз. А, мать, здорово. Здорово, чё? Ну-ка, залазь сюда. О, нормалёк. Два патрона от дробыша, и она все лежит. Так, где? Я в И1. Так, подожди, сначала здесь пройдемся. По факту по кругу. Комната гидротерапии. Хорошо, давай сюда. А, закрыто. Вот, кстати, кабель идет. В гидротерапию нельзя. Оп, подожди, патрушки. Два, конечно, но это маловато. Ладно, копим патроны пока. Лифт у нас закрыт, ну значит сюда. Есть кто? Так, здесь завели, хорошо. Так, туда можно слазить. Здесь что-то есть? Лечилочка, спасибо. А, в туалет. Ладно, погнали. В туалет погнали. Погнали, почему бы и нет. Погнали в туалет. А в туалете записка. А, я не успокоюсь, пока не найду решение. Не успокоюсь. Не могу успокоиться. Я уже не знаю, как это сделать. В смысле, успокоиться или найти решение? Так, здесь что-нибудь есть? Здесь ничего нет. Сократил путь. Все, теперь можно вот эту хрену включать. Блин. А, 9659. 9659. Отлично, еще один код. 9659. Нормально, мне нравится. 9659. Так. 9. Подожди. А, так этот. Я думал, что-то пропустил. 9659. Благо, я здесь все же зачистил. 9659. 9659. Давай-ка сохранимся. На всякий случай. Мало ли. 956. 9659. 9. Так. 9. 6, 5, 9. Красота. Но это не сложно. Так. Чё? О, заставка пошла. Ну-ка, чё там? Что там в этой коробце? Чё? Чё такое? Ну? Блин, пусто. Серьезно.
Блин, столько усилий, а там пусто. Это как так? А нифига, что-то есть. Это что такое? У нее что-то во рту. Либо язык это такой белый, либо... Да, что-то воткнуто. Какая-то... Что это, фишка? Монетка? Что это? Минус один. А, кнопка лифта. Я-то думал, что это такое, блин. Хренатый. Кольцо у нее, снаряжение. Кнопка лифта. Это сюда нельзя. Ей кольцо надо на пальчик надеть. Хрена она криповая. Подожди, а подвинуть? Да, жесть какая-то. Прочитать. А, мне одному ведомый ангел, дева у двери. Никому не пройти по ее нетянутому... Че? Мостику. Натянутому, нетянутому. Все падут под весом преступлений. Грехи подобные раздутым трупам. Она пожирает их грехи и грешников, но мне дарит спасение, мой ангел. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Давайте сохранимся, ни хрена ж себе. Ангел. Пожирает труп. Охренеть. Вот это ангел. Пожирающий труп. Ладно, ребятушки, давайте, наверное, на сегодня нашу серию завершать. Очень крипово, на самом деле, здесь и жутковато в этом потустороннем мире. Не, серьезно, игруха прям огонь, мне нравится. Всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать это и другие видео. А также не забывайте о том, что есть телеграм-канал, на который вы можете также подписаться, где выходят оповещения о новых видюшечках, стримах, где я периодически что-то пишу о своей личной жизни. А также не забываем подписываться на ВК-видео и ВК-сообщество. Добавляться в друзья в Стиме, профиль на Steam. Ссылка в описании. Также есть VK Play Live канал, Twitch канал и, ну, естественно, YouTube. YouTube тоже подписывайтесь везде. Везде подписывайтесь. Всем спасибо. Всем теперь пока.